Получая награду за лучшее оформление здания, директор школы номер 24, что в Куйбышевском районе, Марина Романова, не скрывает радости. Говорит, новогоднюю атмосферу создавали вместе учителя, дети и родители. Новогодняя елка, которую мы специально из леса привезли. И был объявлен конкурс на лучшую новогоднюю игрушку. Эта елка сейчас у нас стоит во дворе школы, 6,5 метров. Мы ее наряжали все вместе. Каждый ребенок может найти там свою игрушку. Благодарностями и памятными подарками наградили самарцев за активное участие в жизни региональной столицы. Олег Фурсов поздравил гостей и еще раз напомнил о том, чего удалось добиться в этом году. Город очень активно меняется. У нас произошло важное событие. Буквально месяц назад мы присутствовали при закладке первой сваи в основании моста Фрунзенского перехода, о котором мы говорим последние десятилетия. Он крайне необходим городу для того, чтобы развивать южное направление, повышать инвестиционную привлекательность. Для нас этот год в Самаре ознаменовался еще и большой реформой местного самоуправления. И это тоже очень важно, потому что я все-таки надеюсь, что с этой реформой власть будет ближе к народу. В планах реконструкция еще 26 дорог, открытие новых детских садов и продолжение подготовки к чемпионату мира по футболу. Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.